черная комната, так тарком, так сказать, красное освещение. Это ты, что ты знаешь, вот заходишь в эту комнату, там все темно, здесь лежит бумага, здесь осветитель, здесь какая-то химия, все у тебя под руку, ничего такого ты не видишь, да, там у тебя нет шансов, что там что-то у тебя испортилось, да, потому что нужно еще делать. А если печатать черно-белые фотографии, тогда оно единственное, уникальное. Сколько ни перепечатай, одна копия, это одна копия, все. Фотография – это то, чем я занимаюсь, но не потому, что нужно чем-то заниматься, потому что фотография меня саму нашла. Мне было 14 лет, когда я впервые взяла фотокамеру в руки, фотоаппарат пленочный, и я сразу поняла, что это мое. Это момент, когда начинаешь фотографировать, я начинаю фотографировать, вокруг все замерзает, ничего не происходит, кроме того, что происходит перед объективом. Это как-то это больше, чем профессия. В принципе, я живу этим. Я никогда в жизни не думала заниматься другим профессиями, несмотря на то, что я достаточно хорошо много училась на других факультетах. Но кроме этого, фотография – это все равно то, что я всегда хотела заниматься. И все мои учебные дела, так сказать, все, что я делала, делала только так, чтобы сделать мою фотографию лучше. Лучше для того, чтобы я могла бы лучше рассказать то, что я могу снимать и что я снимаю конкретно. Я с 2003 года вообще не люблю смотреть телевизор. Но это был какой-то момент, 2008 год, август, когда... Какой-то, я не знаю, какая-то тишина впала в городе, в Тбилиси. Какая-то тишина. Я интуитивно понимаю, что что-то происходит. Вот в воздухе что-то происходит. Что происходит, конечно, так не знаешь, но вот когда, когда ничего не происходит в городе, очень-очень тихо. И как-то поняла, что что-то не то. Но у меня вообще, я вообще с детства очень любила снимать конфликтные зоны. Это как-то меня тянет всегда снимать конфликты. И я всегда говорила моим друзьям, что мне никогда не приходилось снимать войну. Мне всегда приходилось снимать конфликтные зоны, но никогда войну. Вот я говорила очень часто. Вот. А сейчас, и в этот период, когда вот такая тишина, ничего не... Я узнаю, что там что-то происходит. У меня суматоха. Я ничего не слышу, ничего не хочу. Просто вот моментально иду так, чтобы поехать срочно в Гори. К сожалению, меня там никто не взял с собой. Там я звонила всем моим друзьям по телевидению. Там, если кто-нибудь едет, возьмите, заберите меня. Короче, никто не забрал. И мой один друг сказал, да, без проблем. Это я уже это чуть не пешком туда не пошла. Или кто-нибудь меня забрал. И он меня забрал. Мы поехали, ехали. Я не знала, что там ожидать. Я очень много учила конфликтной фотографии, но я поняла, что я подхожу в таком месте, что для меня очень много чего непонятного. Дохожу, там стоят журналисты, фотографы, кто как. Подхожу к одному. Говорю, что происходит? И ровно через 5 минут вижу, летит самолет, бросает бомбы. Ну, не очень близко, далеко, но я смогла его сфотографировать моментально. И он мне ответил, вот что происходит. И после этой бомбежки мы собрались, несколько журналистов, и поехали смотреть это место, где... эти бомбы сбросили, потому что когда что-то происходит, нужно показывать и место где-то. Просто фотография самолета, это неинтересно. И мы ходили, бродили, мы не нашли это, но мы видели уже первых беженцев.
творилось нереальные вещи вокруг. Я в смысле, что люди были очень потерянные. Сами наши, сами, могу сказать, и солдаты, и все просто вот нереально. Мы как-то были как-то в кино, но нереальность абсолютно. Мы как-то ту ночь как-то спали, нет, не спали, просто были в комнате, переждали хотели. Потому что второй день начался, конечно, никто не спал. Не спал. Мы все ждали люстры. Я не знала, что это значит. Это значит, когда, если хотят ночью бомбить, что-то там они выпускают, и весь город осветляется. Вот ждали. Этого не случилось. И уже 9-го началось. И вот идешь по улице, тишина. Идешь, и звуки только стекол сломанных, которые ты чувствуешь ногами. Никто тебя ничего не спрашивает, и никому ничего не спрашивает. Это вот как идешь и все. Вот иду, и бомба опять. Но я была очень близко к этому зданию, где-то, где она упала. И как раз вот я и еще моих двое коллег сели быстро в машину одного из фотографов, и мы поехали. Куда едем, конечно, не знаем, потому что так же ты не знаешь точно, где упала. Но мы, в принципе, идем пешком, быстрыми шагами, потому что было очень близко. Опять эта тишина, ну сейчас уже слышно звуки автоматов каких-то там что-то, но уже не обращаешь на это внимания. Иду, опять эти стекла, идешь, и навстречу уже встречаю уже окровавленных людей. И вот мы идем, и дошли до этого главного места, где эта бомба как раз упала, потому что вот этот корпус сам, который это произошло, оно абсолютно было испорчено, так сказать. Ни одного стекла. Горит пламя. Вокруг, конечно, опять ничего, но мы идем близко к этому зданию, и опять встречаю уже убитых людей. Под это здание мужчина лежит мертвый, и над ним стоит две женщины, которые оплакивают и просят помощи, что приходите, идите, помогите нам. Но я не подошла, мы как-то идем. Там женщина опять с правой стороны в красном халате, помню, в тапочках, уже мертвая, ее уже отвозят. И вот поворачиваюсь я налево и вижу ужас полный, ужас. Это место, нельзя назвать вообще, это какой-то кошмар был на этом месте. Там сидела женщина, оборванная, весь полуголая, окровавленная вся. Она просила что-то. Но не могла говорить, что она конкретно просила. У него не было голоса. Она мимически просто могла вот руки поднимать и нас спросить кое о чем. Но, в принципе, мы не знали. А вот я не знала, что делать. Подходить. Начали снимать. Опять пошел круг. Я вот единственная вот эта интуиция, наверное, того, чтобы вот идти и продолжать заниматься своим делом. Я снимала, не считая. И я была уверена, что ей как-нибудь в медицинской помощи ее абсолютно обязательно сделают. Но я сама как человек, помочь, я не знала, как ей помочь, что я могла бы сделать. Наверное, если бы я спросила бы ее, что я могу, чем я могла сделать, может быть, она даже ответила бы. Но я обязательно, только с точки зрения, что я не медик, не смогла ей подойти к ней, потому что у нее был абсолютный шок. Она стала настолько большим символом этой войны, что все время были ньюзы и информация об этой женщине. Она стала настолько популярной в этом смысле, что все телевидения делали репортажи, контролировали. Вот фотограф, вместе с которым я была, с одним, с Георгием, он
часто то он тоже ходил. Я сама как-то сама не подошла, я ее никогда не искала. Потому что для меня эта война была еще больше, чем просто какой-то репортаж или какой-то материал. Просто пошла, там сняла, потом еще давай продолжим. Может, какую-то историю еще можно нас этим еще добавить. Может, какую-нибудь там еще выставку сделать. Нет, это не я. Потому что для меня это было больше, чем просто пойти и какой-то репортаж снять. Я просто... Для меня было как-то по-другому, по-человечески. Я 3 дня практически лежала в постели, дрожать от нервов. Я вообще не могла не вставать, ничего-то настолько на меня это повлияло. Уже не говоря о том, что кому я вообще раздавала эти фотографии, что кто-нибудь мог бы воспользоваться. Я даже не помню, кому я дарила эти CD, как это министерство ко мне приходили, машины, давайте нам материалы, видео, фото-видео материалы. Не помню абсолютно. Я была в таком, таком состоянии. Поэтому для меня эта фотография не репортаж, это фотография этого какого-то переломного для меня момента, который после нее я абсолютно начала по-другому на все смотреть. Я после этого стала более человечной. Вот, наверное, могу сказать, вот это, могу говорить еще много об этом, но более такое слово, это то, что я стала более человечным к войне и к людям. Все, вот это то, что вот такой очень такой короткий ответ к этому, потому что вот это вот в этом все сказано. Не могу сказать, что не была, наверное, человечной, была, всегда любила людей и животных, но дело не в этом. Как-то для меня я стала более чувствительным кадром и чувствительным к информации, если там кто-то что-то произошло, потому что я сама практически целом почувствовала, что это такое. Да, это выросло очень. Я вышла какой-то из розовых очков, так сказать, и реально увидела, что такая жизнь. И как можно за одну секунду, или за какое-то, я не знаю, там, за какое-то время потерять все. There are always several iconic images tucked in our memory as symbols of war. They are reminders of days of suffering and blood. I was wondering what happening with people in iconic images after war. I decided to trace back the real life stories behind these images. Woman in Gori, well known as a symbol of Gori bombing in 2008. What is her destiny after having such a terrible experience? First, I decided to visit Zoe Muradovna, who lives in the same bombed building, in the same apartment. Ну я была дома, когда первые бомбу бросили. Потом я хотела вот всегда я, когда занимаюсь спортом, я люблю спорт заниматься. Я хотела купаться, а соседка вызвала, я выключила газ и вышла с соседкой вот. Он живет у меня. Сказал своего, давай выпить кофе. И прямо и вышла там. И первый бог бросили. Потом убегали. Я не закрыл дверь. Не успела закрыть. Я вернулся домой. Что закрывать дверь и убегал. Не успела. Зашла вот там кругом, где это дерево стоит. С минами. Я упался там и обоих ногами ранился. Больше мне потом одна журналист, грузинский журналист, спасла мне жизнь и вывела. И так лежу, перехожу колески, там выхожу, никто не куда пойти, внизу не могу.
Купаться не могу. Одна 10 операций сделала. И не могу ходить все равно. Один это нога мертвая. Этого августа мне выполнился 58, а 9 августа 5 лет, что я на постели.